В редакцию нашего канала поступила жалоба от жителей города, которые были возмущены невыполнением распоряжения правительства Российской Федерации об отмене комиссии при оплате ЖКХ определенным категориям граждан. Так, в связи с этим наша съемочная группа отправилась в Единый расчетный центр Каспийска для выяснения обстоятельств. Согласно разъяснению Центробанка, процесс получения информации о наличии гражданина права на льготу возможен только путем направления запроса, указанного СНИЛС гражданина. Через систему межведомственного электронного взаимодействия базы данных Министерства труда и социальной защиты. На сегодняшний день данный функционал не реализован по всей республике, но как только появится возможность действовать строго в рамках законодательства, Единый расчетный центр города намерен всех абонентов, которые попадают под данную категорию, включить в систему. Определить тех людей, которые попадали под льготу, согласно указу президента Российской Федерации, нам нужен перечень людей, которые попали под это. Для этого нужно сделать запрос. А чтобы сделать запрос, нужно СНИЛС. Мы уже обращались в Центробанк, я обращался в Банк России. Они мне дали такое разъяснение, что на сегодняшний день они прорабатывают данный процесс. Как только она у них заработает, они автоматом все лица, которые попали под эту комиссию, не будут заниматься внешней комиссией. Отметим, что под категорию людей, которые не будут оплачивать комиссию, попадают многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. По словам руководителя Единого расчетного центра города Каспийска, планируется запустить данную систему в середине августа текущего года. А также ЕРС обновил список адресов для проведения оплаты в городе.